Привет, привет, привет! Да, привет! Вы на канале? И Айстар. Да, сегодня мы вам покажем что? Сыски, которые мы сделали поделки. Очень много сыски сделали. Шишек из поделок, да? А где мы эти шишки взяли? В парке. Мы ходили гулять, насобирали много-много разных шишек. И сделали много поделок. Тебе понравилось делать поделки с мамой? Да. Понравилось? Будем еще когда-то делать? Обязательно будем делать. Покажем наши поделочки? Угу. Давай покажем. Так, вот наша поделка. Лебедь такой мы делали. Лебедя, да? Лебедь с пластилинки мы сделали. Вот. С цветочками. Потом мы делали кого? Мы делали собачку? Да. Собачку. Как мы назовем нашу собачку? Чичи. Чичи. Назовем собачку Чичи. Да. Привет, собачка. Ты такая хорошенькая, да? Угу. Маленькая собачка. Потом мы кого еще делали? Покажи нам кого. Снеговика. Ой, какой снеговик. Снеговик куда едет на лыжах? Он едет на лыжах, да? Угу. Он едет на Северную гору. На Северную гору едет снеговик? Он так едет. Александра сделала елочку из шишки. Покажи, какая елочка у тебя чудесная. Да? Красивая елочка с олененком. Взяли олененка, поставили возле елки. У нас получилась елочка с олененком. Еще у нас есть. О, у нас есть ананас. Да? Да. Ананас. А это птичка. А еще зайчиком мы покажем. Да, зайчика мы делали. С морковкой. Зайчика с морковкой. Ты ему сделала морковочку? Да. Морковку, какой хороший зайчик. Прыг-прыг. Прыг-прыг, зайчик, да? Угу. Потом делали мы сову. Потом ёжика. Сову в гнезде. И ёжика. И ёжика. Вместе с совой. С совой, да. Ёжик что несёт на спинке? Грибочки. Грибочки несёт ёжик. Ёжик хороший. Вот. Ещё мы сделали птицу счастья. Покажем птицу счастья? Да. Какая? И она у нас получилась радужная. Радужная птица счастья. На. О, какая птичка. Птичка, да. Птичка такая, как будто на карнавал собралась, да? Ага. Птичка для карнавала. Да я ее... Подержишь? Держи. Какие поделочки у нас интересные. Какие поделочки красивые. Тебе какая поделка больше всех нравится? Собачечка, потому что она очень милая. И птица счастья очень нравится. И птица счастья? Еще какие? Еще лебедь. Лебедь. Угу. И зайчик. И зайчик? И ананас. Вот, мы все вместе покажем мне поделочку. Мне все нравится. Тебе все нравится? А мне знаешь, что больше всего нравится? Что? А мне нравится тоже все. Я не могу выбрать. Давай спросим подписчиков. Может, им что-то больше всего нравится? Может, они смогут выбрать? Давай? Угу. Давай, давай им скажем. Напишите нам, что больше всего понравилось вам. Вам, потому что нам нравится все, да? Угу. Мы можем определиться. Да, мы не можем определиться. Вот, еще раз всех покажем. Вот есть лебедь. Есть собачка. Милая. Милая собачулька. Как назвали мы ее? Чичи? Да. Вот, есть снеговик. Ёжик с совой. Зайчик с морковкой. Ананас. И птица. Счастье. Счастье. И ёлка. И ёлочки. Вот, показали мы все наши поделочки. Говорим деткам, чтобы они тоже себе делали разные поделки из шишек, правда? Угу. Это самые красивые, самые хорошие игрушки, которые сделаны своими руками. Угу. Да, мы очень хорошо провели время с Александрой, когда вместе это все делали. Угу. Что, у него усы? Да. Мы ему усы прицепили, да? Давай прощаться с подписчиками. Да. Давай.
Всем пока. Мы были на канал iStar. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал iStar. Всем пока. Пока-пока. До встречи. Пока. Пока.